Ужасная новость сегодня появилась на просторах российского шоу-бизнеса. Дорогие наши зрители, мы рады вас приветствовать на нашем YouTube-канале. Мы спешим с вами поделиться ужасной новостью. Этого точно никто не знал. Об этом уже говорят на центральном телевидении. Скоро об этом заговорит вся страна. Мы надеемся, что многие из вас знают и любят российскую актрису Татьяну Лазареву. Нам в срочном порядке сообщают, что сегодня ночью в Испании, где в последнее время проживала актриса, на нее было совершено дерзкое нападение. Татьяна Лазарева шла на встречу со своей лучшей подругой и несла для передачи ей очень большую сумму денег. На улице уже темнело, она не взяла такси, решила прогуляться пешком, так как это было недалеко. Внезапно в переулке к ней подбежал парень, ударил ее несколько раз по голове, вырвал барсетку и скрылся. Уже прохожие, молодая пара оказала медицинскую помощь Татьяне Лазаревой и вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию. Сейчас Татьяна Лазарева находится в больнице с тяжелой травмой головы. Мы пока следим за развитием событий, будем надеяться, что все будет хорошо. Информации пока очень мало, так как это совсем другая страна. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, следите за новостями и будьте всегда с нами. До скорых встреч на нашем YouTube-канале.